Как делишки, ребятишки? С вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, а точнее в новую серию. Я даже не знаю, что это, потому что это даже не без модов, это даже не обзор чего-то, это даже не карта. Это просто необычные схемы в ванильном Майнкрафте. И сегодня мы будем учиться, как приручить реального гаста с ванильного Майнкрафта и также одеть его в что вы желаете. Просто-напросто сделать с него, я не знаю, вашего любимого персонажа и многое другое. Ребята, мы научимся делать в этой серии, но перед этим не забываем поставить лайк, потому что каждый ваш лайк для меня очень важен. Чем быстрее мы наберем 1500 лайков, тем быстрее выйдет новая серия, ребята, я вам обещаю. Поэтому не стесняйтесь, ставьте лайки, я буду действительно очень сильно этому рад. Также подписывайтесь на мой канал, каждый подписчик для меня как друг, поэтому я всех вас приглашаю в нашу большую дружбу, семью подписчиков, ребята. Не ленитесь, потратьте 2 секунды на лайк, на подписку. За это я вам всем скажу большое спасибо, потому что вы будете нереально крутыми молодцами. Больше мы не тянем, приступаем к самому видео. Ну что, ребята, мы будем приступать. Это что-то необычное, это даже не редстоун схема, это даже не без модов, это, ребята, что-то новенькое. Это сейчас мы играем на версии 1.9. Может, это новая фишка на новой версии Майнкрафта, ребята, кто не знал. Но в данном случае, в данной серии мы будем украшать гастов. Как бы это ни звучало странно. Ребята, это самый... нормальный гаст. То есть мы, не знаю, самый нормальный, который просто-напросто застрял, и мы над ним можем в какой-то степени издеваться. Поэтому, ребята, если вам понравится эта серия, вы поставите лайк, я прям буду очень сильно этому рад, потому что вы будете реально молодцами. Давайте рассмотрим первого гаста. Я его уже сделал, я вам покажу, как это все делается, потому что вы можете делать вот таких гастов, допустим, у вас дома возле входа и пугать ваших врагов, или просто-напросто делать ваш дом намного милее. Это гаст-путешественник, потому что у него в одной руке есть алмазная кирка, а в другой руке у него есть блок каблстона. То есть это гаст-шахтер, который любит ходить по шахтах. Но сейчас, ребята, мы будем рассматривать, как же нам сделать такого гаста, чтобы вы научились, ребята, как же это все делается. В первую очередь, давайте мы сделаем где-то тут какую-то крутую площадочку, потому что, как вы видите, места у нас маловато. Поэтому давайте мы выровняем тут немного так местечко, чтобы просто-напросто наш гаст остался, ну, поместился, точнее, в одно какое-то крутое место и находился возле нашего уже первого гаста. Ребята, тут ничего сложного нету, это делается все очень просто, вы сможете делать это в вашем ванильном Майнкрафте. Я не знаю, вряд ли это получится у вас сделать в survival моде, потому что тут требуется яйцо спавна гаста, а обычного гаста не так-то просто загнать вот в такую ловушку. Но, ребята, что нам нужно? Я сейчас вам все подробно объясню. В первую очередь нам нужно стеклянные панели и также включить день, уже вечер, чтобы просто-напросто было виднее. И нам нужно построить. Давайте, ребята, рассмотрим. 1, 2, 3, 4, 5. 5 стеклянных панелей. Давайте одну удалим вот так и поставим в этом направлении. 5 стеклянных панелей. Потом делаем тут 1, 2, 3, 4, 5 и 1, 2, 3, 4, 5. Замечательно. Нет, вот так, ребята, вот так, потому что чтобы у нас было тут 1, 2, 3, 4, 5 и туда. По 5 панелей, но тут делаем вот такой небольшой вход. То есть, как будто, знаете, я не знаю, ну, какая-то будка для собачки, поэтому, ребята, делайте что-то в этом роде. Следующий шаг. А я уже хотел приступить к третьему шагу, но нет, я сейчас покажу вам следующий шаг. Второй шаг — это сделать вот такие небольшие, ну, я не знаю... крестики, хвостики, называйте, ребята, как угодно, нашей вот этой структуре. Вот так, ребята, чтобы это выглядело сверху. Ничего такого сложного нету. Потом, ребята, мы делаем, поднимаем это все на 2 уровня. Но не трогаем хвостики. Хвостики не трогаем, только поднимаем саму структуру по кругу, да, то есть вот так. Вот тут, где у нас 5 на 5 идет, да, потому что у нас 5 сюда идет и 5 сюда идет. Поднимаем это все по кругу, в принципе, тут ничего такого сложного нету. Вот, вот это я зря лишнее поставил. И вот тут, ребята, мы уже закончили. Замечательно, наша структура, структура, твою нафиг, для того, чтобы призвать гаста, готова. Сейчас вот тут, где у нас вход, да, от входа, самый последний блок, мы ставим сюда любой блок, который вы только захотите. Я, допустим, поставлю блок стекла, вот, чтобы это выглядело вот так. Ребята, тут ничего сложного нету. И наша построечка практически готова. Сейчас нам нужно поставить от этого блока обычные рельсы. Обычные. Потом ставим энергетические рельсы. 1, 2, 3. Вот так и 4. То есть одни обычные и 4 энергетические, то есть заряженные или силовые рельсы. Будем их называть силовые рельсы. И у нас в сумме получается 5. Одна обычная и 4
силовых. Потом ставим сюда блок редстоуна, это все активируется, и на блок редстоуна ставим еще одни силовые рельсы. То есть в сумме у нас получается одни обычные и 5 силовых. Вот так, потому что если дословно переводить, то powered, то есть засиленные, что-то в этом роде. И все, ребята, наша структура готова, нам больше ничего не пригодится, кроме того, чтобы поставить любой блок, не должен быть гравий, любой блок над рельсами и заспамить, а нет, не заспамить, сначала поставить еще одни рельсы обычные на вот этот блок и поставить, ребята, вагонетку. Все. Наша структура полностью готова. Все, что вам нужно, это сейчас заспамить газа, нажав на вот этот блок. Вот, газ заспамился, и он автоматически сел в вагонетку. Что нам сейчас нужно? Нам нужно сломать блок, который находится под ним. Вот так. И он упадет на сами рельсы. Но не все так просто, потому что газ может сопротивляться. И он может изначально не попасть полностью на рельсы, потому что, как видите, вагонетка может упасть очень криво. Поэтому вы должны его затолкать. Как только вы его затолкаете, ваш газ готов. Сейчас по кругу этого всего мы удаляем вот эту всю структуру, которую мы сделали изначально, для того, чтобы просто-напросто все было красиво. И, ребята, наш газ готов. Вот. Газ, да, ребята, это газ. Сейчас давайте мы его как-то украсим. Знаете, что мы сделаем? Давайте мы его сделаем оленем Деда Мороза. Ребята, как это все делается? Вы можете фантазировать, вы можете делать все, что вы хотите. Просто-напросто нету какого-то предела фантазии. Потому что, ребята, вы можете фантазировать с этим, я не знаю, с этим гастом, как вам только удобно. И вы можете не только развлечься, потому что это реально смешно и прикольно, а сделать ваш дом покрасивее, потому что не каждый день вы видите живых гастов, которые вас не будут атаковать. Вот, ребята, мы ходим в обычном даже не в гейм-моде, а в сурвайвл-моде, и гасты вас не атакуют, так же, как и вы не можете их атаковать. Вы можете их атаковать только сверху. Почему вы тут не можете их атаковать? Потому что их защищает не силовое поле, а, скорее всего, стеклянное поле. Потому что, смотрите, ребята, если мы опять станем в гейм-мод 1 и залетим сверху, то мы будем внутри гаста. Вы просто-напросто представьте, ребята, домик внутри гаста. Как бы это круто не было, но он, как видите, сопротивляется. Не все так просто. Вот смотрите, я ничего не делаю, но он нас отталкивает. И, ребята, сейчас мы находимся внутри гаста. Мы его можем бить с середины, мы его можем бить по башке сверху, но мы не можем его бить по сторонам, потому что, как вы видите, тут у нас есть действительно силовое стеклянное поле, и главное его не сломать, потому что гад сможет убежать. Но от одного сломанного стекла, мне кажется, ничего такого не случится. Но, ребята, а вы, допустим, можете тут сделать какой-то прикольный вход в ваш дом, да? Сделать между этими гастами какой-то нереально красивый дом. И это, как бы это круто было, ребята, сделать дом с гастами. Вот, допустим, тут у вас вход, тут у вас вход, тут, ребята, окошко, допустим, тут у вас будет окошко, да, и тут у вас будет двери. Вот, допустим, где-то, где бы двери, где вообще двери находятся? Вот тут, ребята, двери находятся, тут у вас находятся двери, и сделать какой-то тут красивый домишко, если у вас, конечно, что-то получится, если вы какой-то крутой строитель, вот, допустим, что-то в этом роде, как-то вот так, ребят. Вы можете фантазировать и сделать все, что вам угодно, и ваши гасты будут реально охранять ваш дом, потому что это нереально круто, ребята. Только смотрите, я сделал вот такой небольшой вход, но смотрите, как это уже круто смотрится. Смотрите, как это круто смотрится с вот так. Офигеть, ребята. Вот это можно убрать, но это как бы у нас газ-путешественник, поэтому, ребята, пускай он так и останется. Но сейчас, может, мы рассмотрим, как же нам сделать таких же гастов, но только в воздухе. То есть, да, вы можете их сделать в воздухе, но это намного сложнее, потому что, ну, не все так просто, ребята. То есть, схема такая же, только вам нужно ее построить в воздухе. Все, на этом вся сложность заканчивается. Ребята, нам нужно поставить блок, и сейчас, ребята, вот отсюда будем начинать, вот так, буковка Т, как мы это делали, и сейчас нам нужно сделать 1, 2, 3, 4, 5, и дальше вы, в принципе, знаете, что уже нужно делать. Вот мы опять сделали такую структуру, как мы это делали и на самом начале. Сейчас, ребята, давайте, знаете, сделаем какой-то вот. Тут поставим... Ой, я не то взял. Я хотел алмазный блок. Вот так, замечательно. Алмазный блок, и поставим ее вот сюда. Потому что сейчас нам нужно проложить рельсы, как это было и вот тут на земле. Ставим одну. То есть рельсы обычные. Сейчас один.
2, 3, 4, как я вас и учил. И сейчас ставим блок редстоуна. И на блок редстоуна ставим еще одни энергетические рельсы. Сейчас нам вот это... Нет. Пока что нам вот это еще нельзя ломать, потому что они нам пригодятся. Вот так, замечательно. Сейчас, в принципе, ребята, все готово. Все готово, да. Но перед тем, как начать, вы можете делать шапочки. Шапочки Гаста. Вот, допустим, я вам покажу. Да это нахрен тыква, она меня достала. Почему она так лезет? Почему она сюда так просится? Я вам покажу, как сделать корону Гасту, чтобы он был королем, ребята. Вот так. Делаем вот так. Тут отступаем один блок. Отступаем один блок и вот так. То есть, смотрите, ребят, сейчас мы по кругу. Вот так сделаем вот такой небольшой обруч. Вот давайте 1, 2, 3, 4, 5. Это сломаем. 1, 2, 3. Вот так, замечательно. Сейчас, ребята, мы сделаем корону нашему Гасту. Корону можно делать только после того, а точнее только перед тем, как вы спамите Гаста. Потому что, допустим, сейчас я не могу поставить ему что-то на башку. Я могу поставить ему вот тут. Но я не могу поставить ему ничего на башку. Ну, в какой-то степени. Вот смотрите, ребята. Сейчас я могу сделать. Вот. Вот. Но я вам покажу, как это делается проще. Вот, допустим, мы сделали ему уже корону. Все готово. Сейчас ставим вот сюда один блок. Ставим, как обычно, рельсы и ставим вагонетку. У нас все готово, ребята. Все, что нам нужно, это просто заспамить Гаста. Вот так. Ломаем вот этот блок, как обычно. Он падает на рельсы. И сейчас нам нужно затолкать вот эту вагонетку, чтобы она стала на свое место. Но Гаст сопротивляется. Гаст сопротивляется, и он меня выталкивает. Ну, все, ребята. Все, Гаст попался в нашу ловушку. Сейчас мы ломаем вот это все по кругу. Вот так, ребята, ломаем, ломаем, ломаем. Опа. И опа. Замечательно. Сейчас, ребята, как видите, у нашего Гаста есть корона. Этот блок, который находится вот тут по центру, нельзя ломать. Вот этот можно сломать. Если вы сломаете вот этот блок, то Гаст упадет вниз. Поэтому, ребята, не вздумайте его ломать. И, ну, в принципе, это даже очень красиво выглядит. И смотрите, реальный Гаст находится в воздухе. Даже если мы сядем ему на голову, даже пописаем, покакаем, он нам ничего не сделает. Ну, в какой-то степени, да? В какой-то степени. Ага, все же он делает, все же он нас заметил. Поэтому, ребята, я думал, он нас не будет замечать. Но вот эти, которые находятся на земле, они нас не замечают. Вот смотрите, ребята. Эти нас не замечают, этим вообще похрен. Да и этому похрен, но он обиделся, ребята, потому что я изначально сказал то, что мы сядем ему на голову и пописаем и покакаем. Поэтому он, наверное, на нас обиделся. Но если вы не будете ему писать и какать на голову, то, в принципе, он будет с вами очень даже дружелюбным. И я вам показал, ребята, как делать корону Гасту. Как делать оленя Гаста. И также, как делать Гаста путешественника. И что самое главное, вы можете делать дом с помощью этих Гастов. И, как ни странно, это будет очень круто выглядеть. Ну, ребята, знаете что? Давайте мы сделаем еще одного Гаста. Ну, допустим, кого-то другого, кого-то новенького. Давайте мы сделаем... Может, какого-то бородача или кавказца, что-то в этом роде, ребята. Давайте приступим и, наверное, опять же его сделаем в воздухе или где-то вот тут наверху. Давайте, ребята, приступим. Вот, ребята, наша схема готова. Сейчас, как обычно, самым простеньким путем мы спавним вот тут Гаста, ломаем блок под его задницей, вот так замечательно, и заталкиваем его обратно. Да, дай мне тебя толкнуть, дай. Это сложно, потому что он нас выталкивает, ребята. Да залезь ты. Со всей скорости. Еще раз. Газ, не сопротивляйся. Не сопротивляйся. Мы и так тебя затолкнем. Во, а ты хотел нам сопротивляться. Это не очень хорошо с твоей стороны, потому что мы же пытаемся тебя разукрасить, чтобы ты не был самым обычным и скучным Гастом, а чтобы в первую очередь ты послужил народу и сделал хоть какую-то пользу. Ломаем вот этот блок, этот нужен. То есть нужно, чтобы он остался. И сейчас, ребята, сделаем, ну, я не знаю, давайте сделаем какого-то бородача, если это у нас, конечно, получится. Допустим, возьмем вот это. Как бы нам вот это все сделать, ребята? Не так-то это просто. Сейчас, нужно что-то придумать. Давайте сделаем вот так. Как-то вот так, сейчас. Сейчас, ребята, придумаю. Ну, что-то в этом роде. Вот так у нас получилась бородка для Гаста. И также сейчас ему сделаем большие брови. Только как бы это сделать, потому что тут ничего уже больше не остается. Сейчас мы, ребята, что-то придумаем. Вот где-то вот тут, да, вот так. И еще вот тут.
Вот такие ребята, у него брови, можно даже одну сплошную бровь сделать. Но это уже как-то слишком не круто выглядит. Поэтому, ребята, будет у нас вот такой бородатый гаст. Ну, смотрите, у нас есть уже бородатый гаст. Давайте вот этому настроим одно рогом, потому что оно у него, наверное, сломалось. И бородатый. Гаст-путешественник и также гаст. Король. Сейчас давайте сделаем какую-то ему крутую шапочку. Я почему-то вспомнил Южный парк, ребята. Лайк, кто любит Южный парк, Саут парк. Я почему-то захотел сделать еще одному гасту какую-то прикольную шапочку. Поэтому, ребята, я сейчас, наверное, еще построю одного гаста. И мы посмотрим, какую крутую шапочку, шапочку Стена, одного из персонажей Саут парка, я сделаю нашему крутому и новому гасту. Если это, конечно, у меня получится. И посмотрим, ребята, если это вообще будет очень круто. Ну что, ребята, я наконец-то достроил, но все же я решил изменить персонажа Стена на Кайла. Я подумал, что эта шапочка будет намного круче выглядеть, чем шапочка Стена. Но, ребята, сейчас мы посмотрим, вообще заработает ли это, потому что я реально строил, я надеюсь, что это все же будет работать. Так, мы заспавнили нашего гостеныша. Вот так, и сейчас нам нужно его, как обычно, затолкать в вагонеточку. Взлетай, вот так. И толкаем вагонеточку на рельсы со всей силы. Вот так, замечательно. А, ну, как вам сказать? В принципе, давайте сейчас, я вот это все уберу. Это тоже можно сломать. И вот так, сейчас, ребята, сейчас. Ну, в принципе, гаст в ушанке, ребят. Вот смотрите, это гаст в ушанке. Мне кажется, тут можно еще достроить. А я реально делал по... ну, по мотивам Саут Парка и, в принципе, по внешности одного из персонажей, как я уже сказал, это у нас был Кайл. Ну, что-то, ребята, в этом роде. И мне кажется, то, что тут еще можно на одно вот так поднять, чтобы это выглядело еще намного круче. Вот, сейчас, ребята. Вот так, замечательно. И тут, в принципе, можно еще делать вот так. Нет, это уже слишком как-то высоко получается. Сейчас. Ну, высоко. Да, вот так. Ну что-то, ребята, в этом роде. То есть, смотрите, что у нас получилось. В первую очередь у нас получился гаст в ушанке. Потом гаст бородач, да? Галустян, бородач. Кто смотрит, ребята, лайк. Реально крутой сериал. Дальше. У нас гаст-путешественник, гаст-шахтер с алмазной киркой уже и также с блоком Каблстона. Потом у нас Рудольф получился, это олень Санты-Клауса, ну или Деда Мороза, и также гаст-король, ребята. Что может быть лучше, чем вот эти 5 гастов? Дайте я даже вот так делаю, вот так поближе и сделаю скриншот. Вот так. В принципе, ребята, очень даже прикольно сделано, потому что это реальные гасты, это реальный Майнкрафт, но что самое главное, тут нету ни одного мода и также нету ни одной команды, то есть вообще без командных блоков. Это обычный ванильный Майнкрафт, но вы можете действительно вырабатывать вот такие штукенции с вашим... с вашими гастами. Или просто-напросто, знаете что, ребята, построить какой-то огромный замок с огромными башнями и на каждой башне по бокам построить таких гастов. Допустим, в одного гаста в руке будет меч, у другого гаста в руке будет лук, в третьего гаста в руке будет кирка или там щит какой-то, или что-то в этом роде, ребята. Это реально очень даже круто, поэтому, ребята, пользуйтесь на здоровье, я вам показал, ой, это я вообще куда упал, я вам показал, как это все работает. Поэтому, ребята, я буду очень всегда рад, если вы поставите лайк этому видео, потому что, ребята, чем быстрее мы с вами наберем 1500 лайков, тем быстрее выйдет новая серия. Я надеюсь, то, что вы хотите больше видео со мной, просто-напросто проводить больше видео, больше время со мной, ребята. 2500 лайков, выходит новая серия, я вам обещаю, поэтому не поленитесь, поставьте лайк, я буду очень сильно этому рад, ребята, вот честное слово. Также подписывайтесь на мой канал, потому что каждый подписчик для меня как друг, я буду очень сильно рад, если вы вступите в нашу большую и дружную семью подписчиков, ребята. Все, что вам нужно, это потратить на меня 2 секунды, поставить лайк этому видео и также подписаться на мой канал, ребята. Вы будете нереально крутыми молодцами, если вы вот это сделаете. Я просто-напросто сделаю новое видео для вас как можно быстрее, потому что вы будете этого заслуживать. Также, ребята, большое спасибо тем, кто досмотрел это видео до конца. Вы также очень космические, прям нереальные молодцы. И также я приглашаю вас на просмотр новых видео, которые выходят каждый день. Не стесняйтесь, приходите, я всегда буду рад вас видеть на просмотре нового видео. Ребята, еще раз скажу большое спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.